Доброе утро! Идем к машинке. Цветочки все. Ой, какие красивые. Цветут. Так, ну вот, куры уже разъехались. Это, наверное, кто на дневную приехал ночевать. Вон их тут в три ряда. Раскрыли. Вот он, Светогор. Ой. Время 8:26. Температура воздуха 21 градус. Выезжаем с боковой. Почти полдевятого. Так рано мы еще не выезжали. Да. Не, вчера мы уезжали в 9, а сегодня полдевятого. Полдевятого. Даже 8:26. Рекордный наш выезд. Погода налаживается. Чем ближе север, тем жарче. Вот такое лето интересное. Потому что я помню, выходишь из этой гостиницы, а там с другой стороны эти гуси, утки гуляют. Помнишь, они как ходили, смотрели на них? Нет. Маленькая. А из окна, когда гостиница смотришь, там такие тоже какие-то фигурки. Фигурки, да, нарезаны, украшены. Какой-то такой мастеровой там с руками делает. Красиво очень. На первом этаже кухня у них. Можно что-то приготовить, подогреть, еще что-то. А наверху уже, ну да, как обычно, кровать, диванчик. Не помню, стол. А какой-то год там, по-моему, раскладушки давали, что ли? Дополнительно, что ли? Я не помню. Не помню так. Так, Кировская область. Это мы проехали 171 километр. Время 10 утра 7 минут. На улице 18,5 градусов. Дорога у нас теперь туннельная. Туннельная, да. Когда в отпуск едешь, ты радуешься этой надписи. А когда из отпуска... Еще радуешься, что отпуск был удачный. Но он у нас еще идет. Нам еще ехать больше тысячи километров. Ровно тысячу километров. А такое ощущение, как будто уже там, вон, ну, за день поворотом. Да, нет, там еще до дома ехать. Все, в Ярице приехали. В Яранск приезжаем. Созвучно с Ярицей. У меня, кстати, ВКонтакте девушка, друзья, из Яранска. Вот гостиница. Раньше мы еще тут ночевали, да, в этой гостинице. Ну, почему перестали ночевать? Потому что в последнее время, когда мы остановились, было как-то у них то ли холодно. Да нет, мы сейчас дальше уезжаем, как бы нам Яранск уже близко начинается. Ну да, уже дальше. Дальше до него доезжали или до Шахунья.
А сейчас уже до боковой, да. Это вот от боковой до Иранска 245 километров. Вот я сейчас смотрю километраж. Время 10. Туалет не хочет. 20 градусов. Туалет не хочет. Лукойл у нас, это как... Туалет. Туалет, да. И она же заправка. Очень удобно. Облака очень красивые. Опа. Так, я только начала фотографировать облака, и надо было двум курам этим. Очень такой насыщенный, прям, не знаю, даже не передать. Красиво так, дорога, да. Можно 250, надо ехать. Дорога классная, да. Ой! Кто тут нас тут уже прилетел к нам? И помогает жирненький. Конечно, он. А что-то у тебя какая-то это, омывайка без запаха. Летняя. А летняя не без запаха все? Я также на Луколе купил его. Да, обычно у тебя вечно то дыни, то вишни. Ну, прямо я заметила, да, без запаха. Слушай, какие облака красивые, вообще шикарно смотрится. Управляемся. Это что такое за сосиска, даже чили? Так, только не опрокинь. Помогайте. Давай. Ну что, у нас пошел дождь. Мы успели заправиться без дождика. Прыгнули в машину. И пошел дождь. Сейчас скажу, почем тут бензин. Бензин 49 рублей 23 копейки. Наливали до полного бака. Наверное, минус 2 рубля, да? Литра было? Ой, это... Мы в Туже сейчас. Такое помню. Туже? Туже, да, приезжаем. Река Туже. Хорошо. Ого, там тучки все темнее и темнее. Ну что, раз купили кофе на Луговской заправке. Пришлось накрыть поляну. Огурчики, помидорчики, колбаски, хлеба. Не планировали. Время 11:25. И хот-дог. Хот-дог, да. Второго уже нет. Приятного аппетита нам. Кстати, вкусные. Вот. Едем дождь. Видимость никакая. Дождик у нас закончился. Ух ты! ZZZ, 21 регион. Дождик у нас закончился. Дорога так и продолжается с новым асфальтом. То есть дорога вообще отличная. Вот там вот через Советск ехать. Мы ехали через Котельнич. Казахстан едет перед нами. Какой номер у них зелененький. Покраска, видимо, от казахского степного солнца не выдержала. Сразу и упала. Вот, Котельнич.
Нам осталось совсем немножечко, но везде с котелечем нас замкнется наш круг нашего путешествия. Потому что мы в отпуск уезжали по другой дороге. Через Ярославль. Ой-ой-ой. После дождика все стекает под мостик. И все плывут. Так, ножки поднимайте, идите выше. Ага. Чтоб не промочить ножки. А вот видишь, мы плывем. О, машина ругается. Ну, говорит, куда ты меня завез, блин? Ругается. Видишь, не нравится. Видимо, что-то там тоже вымокло. Там машина просто, у нее, да, фонарей, она очень низкая. Ее не чуть ли не до фонаря. Да, я говорю, я же говорила, ножки выше поднимайте. Ты посмотри, да, машина какая. Не понравилось. Вон потоки какие. Реки. Тетенька, я даже не знаю. Ой, давай на пяточках. Вот. Ой, все в белые носки ей залилось. Бедненькая. Ну а что? Вот, а как еще? Ну никак. Ой. Слушай, как бы никого теперь не обрызгать. Бедненькие стоят. Потопы мы видели, гуляли по ним в Евпатории. Не, ну, плюс 15, конечно, 14,5 даже уже. Холодновато, конечно, по потопам-то гулять. У нас-то хоть было тепло, да жарко. Даже ветки не падают. От сильного ветра. Ой, тетенька, ты бедная, не знаю, как взять, тут ливень такой, нехилый. Ой, ну все, это тоже белые носки. О, бесполезно. Бесполезно. Только-только пришел ледняк. Вон он, тут черный ушел. Да. Вонище пошла. А, колесо разорвало, вон ее кидает во все стороны. Ошметки, но то ли товарищ не видит, вон впереди о, едет. Вон пошла. О, резина запала. А вот тормозить, наверное, вот это что ли? А, все, пошел на обочину. О, какое лопнуло, интересно. Непонятно.
такой мощный. Такой вообще, как этот хлопок. Слушай, хоть это, никуда его не выкинуло, да? Страшноватенько, конечно. Вот она, река Вятка. Вдоль нее мы все и едем. Едем на Киров, налево Сыктывкар. Куда едем мы? Я бы скачала зачем. Круговое движение. Второй съезд. Налево. Ну, значит, в сторону Сыктывкара. А дальше там вот так. Вон, 382 километра до Сыктывкара. 81 километр. А мы едем на юг. Мы опять едем на юг. Ура! Так, я что-нибудь будем? Боковую едем? Да. Мы едем на юг! Ура! Отпуск серия номер два! А как доказать, что мы едем опять на юг? По солнцу. По солнцу? Да. Ну и по боку на деревьях. По боку на деревьях определите, что мы едем опять на юг. Аня, идеи у тебя, конечно, классные. Ты дальше, да, предлагаешь? Да, да. Тулун. Дальше. Кто? Ну, хорошо, дождика нет. А? Кто-то к нам подъехал. Ну, пойдем, пойдем. Давайте выйду там. Выходите. Быстро. Загорячки. Приветик. Я думала, мы дальше встретимся. Приветик, Соня. Вылетайте. Здрасте, здрасте. Встретили родители. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, загорячки. Загоревшие. А мы сейчас развернулись назад. Здрасте, загорячки. О, мы опять идем в отпуск. Я думала, мы сейчас развернулись. Какая-то. Голодная. Ну, мы сейчас доедем. Это булькается, это ему льется. Анна сидит там чуть ли не с шампанским под этим. Не, молодцы. Там много дней было. 4 дня? Вообще немного. А там приехало одно семейство. 5 приехало. Вроде. Помнишь, да? Опять на 5 на дней, трех да. машинах. Из Татарии. Да. Нет, какая Татария? Опять ты путаешь. Они вообще из Волгоградской области. Да. Я такой сижу, смотрю, заходят, что-то. Вижу, какие-то полуколхозники. Аня, пойдем померяемся. В итоге Герман их на следующий день выгнал. Они там вечером как начали колдырить. Под навесом под этим. Все, опять разворачиваешься. Через 100 метров разворотись. Все. Прямо 80. Машинка. Мураши 45, Сыктывкар 349. Вообще полет, я не знаю, 250-е. Мурашки
наша любимая. Ничего себе. В ряд опять машин много. Одиннадцатый регионы. Сразу видно, отпускники. Он 11, 11 и 11. Ну ладно, пошлите кушать. Оле, первый. Анютка вторая. Папа задерживается. А, цветочки-то распустились, нет, какие? Какие-то желтые. Видимо, рановато. Голодный? Ну, есть немножко. Есть немножко. Да. Из Уфы. А, мы его, кстати, и не встречали. Значит, он где-то сзади едет. Да? Наверное. О, ничего себе. Слушай, не так много, да, по сравнению с сколько машин? Кто-то уже придумал, ты что будет заказывать? Нет, куриная котлета. А ты, Илья? А ты, Лоб? Я думаю, еще. Сколько у нас обед обошелся? 1178. Фигня. Опа, все довольны. Уже Тархун? Дай пирожки, отдам детям. Дети, возьмите пирожки, мы пойдем Тархун купим. Держи. Вова, а ты там не посмотрел зелененький? Не Тархун стоял? А, ты узнал, да? Так, а если Тархуна не будет, что, покупаем взамен? Не, попить что ли час? Мне просто воду не хочется. Надоело воду, да? А, ну лимонад можно. Опа. Здравствуйте. Есть Тархун? Тархун. В маленькой бутылке. В маленькой. А, вот, да. Интересно, чье производство? Посмотри, Тархун. Ноленск. Кировская область. А, здесь, ну нет, все. Местный. Ну и что, уже смотри, разъехались машины-то. Ну да. 1-11, да? Ладно, едем дальше. Пока, Фортуна. Пока. Сколько победали-то? Так, давайте сейчас остановимся здесь на 15:10. Пообедали. Время температура 17,5 градусов. 559 километров уже проехали. Да как-то и не видно, да, надписи? Суль какой на черном фоне. Да? Это они как-то не продумали, ага. Подожди, может, не доделано еще? Не знаю. Кто? А вот Республика Коми, видите, ну, на черном вообще фоне. Не вообще видно. Плохо видно. Что это? Вот мы только видим наш герб. Лосята эти. О, ничего себе, тут фотозона какая-то. Че, будем ходить? Да, давай выйдем. А там Кировская область. Филин. Мишка. Кстати, у нас медведи живут на трассе. Попрошайничают. Республика Коми, карта наша. Сними вот это. И все прям сразу все описано.
Коми край наш. Родной язык. Не мусорь, да, и там все валяется без мусора. О, да, не говори. Там бак специальный, его просто никто не ощущает. Ой, смотрите, видите, где у нас Ухта расположена? Вот тут, вот прямо в центре. В центре, да. Республики Коми. В центре, в центре, в центре. А видишь, как нарисовали? Там олени, значит, да? В Аркуте. Шанги. Усыльма. Это все какие-то. Ухта тоже попадает на какую-то ягоду. Это же это. Буктыл. Газ. Морожка. Газ. На буктыле газ. Морожка, да? То есть у нас Ухта — это морожка и какие-то листья. Да это у морожки листья. Кусь кулон. Какая-то тоже ягода красная. Да это брусника. Брусника. А Сыктывкар? Буква О, Ё, это Коми буква. Ой, ее как называть надо. Интересно. Дальше. Это на богатырь. Перо. Из Коми сказок. Сказочный дом. Это какие-то на духи. Кто тут такие, даже непонятно. Фиг вам. Фиг. И опять Мишка и Совушка. Ой, тут можно сесть и перекусить. Скамеечки. Скамеечки. Столик такой большой. Классно, они придуманы. Думать, что это как. Вот какой стол. Здорово, да? Я говорю, здорово они придумали. Облагородили. Прям постарались, так постарались. Да вот мы въехали в республику Коми в 15:22. Наша республика Коми. Приветствуем. Мы въехали в республику Коми, да? И нам еще до нашего дома, по нашей же республике, ехать 600 километров. И вот мы... такой дороги. Да, вот такой. И мы будем только в серединке нашей республики. Теперь вы представляете масштабы, где мы живем? Так вот. Документы на машину, права, говорить, откуда едешь, куда. Ну да, объячиво. Проехали 670 километров. На улице уже 18 градусов. Время 16:12. Вот она, морожка, я говорю, кого-то ее продают. Приезжаем в Сысальский район Республики Коми. Столица всего Визинга. Крыша.
Где крыша? Как будет Экта? Экта, 92-й и 95-й Экта, да. Так, заехали с Экты в Динский район. Столица Выгород. Вот, 799 километров. О, 800 километров мы проехали уже. На улице 17,5 градусов. Время 17:35. Одиннадцатый регион. Ой. Ну и что, тут ведутся какие-то работы? Никого не вижу. Кроме техники. И ДПС. А, эти поехали. А, и камера стоит вот. Камера, треножка. Кара Сыктывкару. Все, я коми подписчики услышат, я пишу. Я не знаю, как правильно. Написано на коми языке. Я так думаю, вас приветствует Сыктывкар. Перевод. Ну что, чем пахнет родной воздух? Направо ну, это у нас Сыктывкар. Ну, вначале Эжва, потом пока Сыктывкар. Что? Ухта вот налево. О. Через 200. Передущая машина. Вот, через 295 км. Отпускник, наверное, едет. Вот. Да? Стой. Какой-нибудь охотник. Охотник, рыбак. Да. Что, объехали столицу Республики Коми, город Сыктывкар. До дома нам еще осталось 297 километров. Время у нас 18:33, на улице 19 градусов. Проехали уже 881 километр. Река Мычик, да, это наш мост. Через Крымский проезжали, через Нижненовгородский. Борский мост. Приезжали. А теперь это Сыктывкарский, да, считается мост. Ни хрена они здесь поставили вот эту штуку. Ну, потому что, чтобы не сбили вот эту агрегат этот. Поезда с севера на юг, с юга на север.
края на 60, да. 80 может максимум. Слушай, смотрю, у елочек-то верхушечки отросли. Помнишь, их состригали все? Все. Елки на елки похожи. Не, помнишь, что дорогой не было, ну такая плохая. О, мостик сделали. Но. Крутовка. О, молодцы. Видим работу, видим. Заснимала. Я этот мостик, как его делали. Это то, что они в дождь тогда закатывали? Не, они в дождь тогда заливали под бетон, под этот асфальт, они еще бетон заливали, потом уже асфальт. Вон, видишь, там стяжка, вон даже сетка армированная. Пост идет, да? Ладно, давай поехали. Не, Миша, иди давай в лес. Не надо, поехали. Не. Мы поняли, ты так и стоишь тут. Мы уже все знаем, что ты тут стоишь. Господи.
Вы видели? Что, развернуться можешь, нет? Не надо, не надо. Едем. Не надо, не надо, не надо, не надо. Едем. Не надо. Не надо. Прикол, вообще, офигеть. Да не бойтесь его, он тут живет. Я не хочу на него смотреть. О, я не хочу на него смотреть, так. Пока, пока. О, мы крымскую машину с собой взяли. Поверните направо. Ну, это еще может быть и Питер, потому что из Питера в одно время выдавали тоже такие. Ну что, мы в Ухте. Я почему-то сейчас так удивляюсь 11-му региону. А я смотрю на 8-й зал, мне кажется, я в Патуре. А я смотрю на 11-й, я такая, о, опять 11-й. О, спортсмен. О, 11-й. Время. 21-23, 1179 километров. А Волги эти фуры, вот я про них читал, они тут все оккупировали. Ну, если оттуда выгнали, значит, они туда-сюда. Но... 1179 километров, 12 часов 21 минута. Время просто 21-23. Вот сюда надо смотреть. Мы проехали 12 часов 21 минуту. Ага, ну это за рулем. Это 12 часов 21 минуту, это работа двигателя, а мы-то дольше, потому что... Мы проехали 1179 километров, средняя скорость 95 километров в час, а средний... Слушай, люди гуляют, ну, типа, на улице, футболочка. 7,5. Хотя на улице... Так что пятерочки мы не будем выглядеть. 15,5 градусов, хотя на улице. Почему? Это у нас Газпром Трансгаз Ухта. Смотрите, новое лего, видите, завезли? Вот. Да. Что-то его мало как-то. А, написали, что мало завезли. Мы уезжали, вроде листва на кустиках была меньше, да? Вот на этих. Конечно. Или не кажется? Нет, не кажется. Ну вот, чувак, вообще и там тоже так же. Закаленные. Так что мы в пятерочке не будем сейчас. Закаленные. Я думаю, сейчас все в куртках ходят. Северные люди. Ну да, в шортах ходят. О, стража. Шортах опять идет мальчик, и футболки. Ну, короче, просто вчера была жара, видимо, и... О, твоих друзей здесь нет, не видели на выле. Илья, вон, опять в шортах. О, тусняк. Это не Семен там шел? Нет. О, так он все с нами едет, 82-й регион. Да, по Евпатории. Может, он в нашу гостиницу заедет? Так, а мы что, куда едем? Нашли посуточно, да? Мы еще не находили. Через 300 метров на светофоре. Столько бегунов много, ничего себе. О, одни спортсмены прям здесь живут, да? А давайте остановимся. Вот это у нас Транснефть. Давайте остановимся в самой лучшей квартире этого города. Да, мне даже ключи есть. Кофейни уже закрыты. Все, мне кажется, до 8 дней. Наши велосипедики нас ждут. Блин, вроде недавно мы здесь катались, а? Как будто не уезжали вообще не в отпуск. Вот раз моргнул и все. Налево. О, налево, да, точно. Буду молодец, подсказываешь, что я не знал. Ну все, мы приехали. Это наш дом. Это наш дом. Выключаю. Ну все, мы
уже у подъезда стоим. Вы приехали? Да. Кстати, на улице 15 градусов, но тепло, скажите, да? Вообще теплынь. То есть на юге 15 градусов, это вообще ощущается как дубак. А тут действительно не зря все ходят в шортах и в футболках. То есть вообще нормалек. На севере свой температурный режим. Кстати, место на парковочке, все есть. Заехали без проблем. Сейчас будем. Ой, зонтик пляжный. Заносить. Ой, ну это все с югов. Лаванда, вишня, чеснок, полынь. Яблоки прямо с ветками стирали. А лаванды столько, что я не знаю, куда ее девать. Это в Оленевке там. Целая корыта была этой лаванды. Чесночок. Вот это вот взять, если сравнить. Вот этот самый большой в Ухте куплен был чеснок. Где он, уголок? А это долька. Долька, что мы привезли. Вообще. Земля и небо. Такие бомбы, конечно. А это вон целое ведро. Черная ночь сорт. Тоже надо что-то придумывать. Ой, аромат. Вот просто вот. Я даже не знаю, как это все передать. Это все еще и пахнет так вкусно. Ой.